во время перерыва мы взяли интервью у множества людей, которые посетили также ретрит и наш семинар. Пастор Виталий Казаченко, я на пасторском лидерском семинаре, который проходит в рамках мессианского ретрита. И что я могу сказать? Очень даже хорошее начало. Прекрасные пункты, ценности. Уже мы начали говорить о ценностях. Это очень впечатляет. Я думаю, это очень будет здорово для формирования команды и движения церкви. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий Бадю. Я из города Мелитополя. Угу. Пастор церкви «Слово жизни». Хороший ретрит, классные очень темы. И я думаю, что на сегодня эти темы достаточно актуальны для церкви, для общины. И я думаю, что Бог что-то произведет и в сердце, и в сознании. Потому что у церкви Gateway большой опыт, и нам есть чему поучиться. Здравствуйте, меня зовут Олег, мы приехали из Ильичевска, занимаемся реабилитацией. Первый день нам понравились лекции, очень актуальные, полезные для нашего служения. Что единство, что первая лекция. Я беру для себя много что нового. Интересно, ярко, занимательно, хороший конспект, хорошее послание. Ну, во-первых, мы здесь для того, чтобы учиться, поэтому интересно.